Всем привет, я Вич Гёрлфренд, и сегодня я буду играть в Sims по запросу моих друзей. Кто-то из моих друзей очень хотел, чтобы я сыграла, так что вот. На самом деле я довольно много и часто играю в Sims. Вот я только переехала на новый компьютер, у меня здесь все должно, по идее, быть гораздо лучше, чем на старом. Sims должны идти хотя бы на среднем качестве. Собственно, я скачала самую последнюю версию, и я сейчас буду ее пробовать. Я предпочту выбрать сценарии. Как я понимаю, сценарии — это что-то вроде... как они называются? В общем, это та же тема, что и вызовы среди игроков. То есть каждый себе придумывал какой-то челлендж, да, челлендж, вот, и исполнял его там, допустим, 100 супругов за одну жизнь персонажа, что-то в этом роде. В общем, сейчас попробуем. Так, идеал, баг удовлетворения, уровень сложности средний. Некоторые персонажи очень впечатляют, они разбираются во многих вопросах, нравятся другим и смело воплощают свои мечты в реальность. Быть идеальным персонажем нелегко, но оно того стоит. Я так полагаю, тут надо... Один персонаж из возрастной группы, молодой или старше, выполняет жизненную цель, имеет 5 друзей и 10 уровней в 3 навыках. Будет сложно. Так, от нищеты к богатству, условий нет, иметь 1 миллион 7 миллионов. Просто за этих поиграть. Готы. Нет. Ландграбы, точно. Их слишком много. Минимум 3 малыша. Минимум 1 персонаж из возрастной категории, молодой или старше. Малыши достигают 3 уровня и в 4 навыках. Нифига. Я за всю свою игровую жизнь ни разу не смогла ни одного малыша заставить, так сказать, даже развить 3 уровень хоть в каком-нибудь навыке. Хотя бы в одном. А тут просят 4. И при этом еще 3 ребенка. Это сколько? Капец. Так, в поисках любви после расставания. 2 персонажа из возрастной группы, молодой или старше. Персонажи не должны состоять в родственных отношениях. Персонаж и бывшая пассия — родственные души. Персонаж и бывшая пассия — лучшие друзья. Персонаж никогда не расставались — родственные души. Ладно. Безопасная помолвка. Короче, последнее — это все про отношения. Это, такое. Давайте лучше выберем миллионеров. Кстати, у меня потерялись все мои семьи, все моды, поэтому я начинаю с самого начала. Так, пусть она у нас будет Мадонна. Нищебродка. Так, она у нас будет важная персона. Собственно, богатыми не становятся, богатыми рождаются. А, точно, тут же обновление на оборотней. Нет, к сожалению, нет. Нет. Так, что у нас? Состояние. Сказочное богатство, это понятно. Так, это нам нафиг не надо. Потом этим займемся, если появится интерес к персонажу. Ага. По идее, нам нужно развивать в ней те навыки, которые помогают ей зарабатывать деньги. Умелец — это полезно. Она будет очень быстро развивать свои навыки в каком-нибудь этом... Да, вот столярный станок, там создание свеч. На этом можно зарабатывать деньги. Но лучше, наверное, удариться во что-то одно. Допустим, рисовать картины. Наверное, рисовать картины — это самая выгодная ситуация. Самое выгодное положение. Так, практичности выбирать не будем. Так. Я особо не помню, какие именно черты характера могут быть вот вообще нереально полезны. Ну, обжора, в принципе, может есть на помойке. Это значит, мы будем тратиться на еду. Хотя ее можно бесплатно потреблять из холодильника. Просто проблема будет в том, что она в итоге устанет от этого и будет не очень рада тому, что ее кормят не тем же. У тебя сердечко на плече, ах ты. Так вот, что еще и пикнем? Может... Дворец. Вот, если у нее будет побольше вдохновления, возможно, у нее будут картины подороже продаваться. Все, подруга, мы за тебя решили, ты будешь художницей. Пожалуйста, не плачь. Так. Искусствоведение не обязательно? Ладно, пусть будет так. О, замечательно. Да просто так. Поверхностно просмотрим, что у нее есть. Если что, поправим ее лук. Я, кстати, думала, что Сан-Мишуно... Мишуно. Это город, типа, японский. Что-то вроде Токио. Но при этом там все индийцы.
Хорошо. А, то пусть так будет. Нифига, вот это дрип. Тарян. She's perfect the way she is. Пожалуй, надо начать самого дешевого дома, какого сможем найти, чтобы больше денег осталось на выполнение цели. Пусть будет весна. Угу. 13, 15. Можно вообще на пустом участке жить, что там? О, господи. У меня реально нет денег. Все-таки стоило нормально тут зайти в дом. Так, это все подбираем. Жесть, какой красивый Sims. На нормальных этих. Так, это еще не растет. Я еще про сезон сильно не подумала. Юперный театр. Надо было лето пикать. Ты кто? Ландграф? Дай денег. Нифига, какие понтовые рыбы. Я хочу. Жесть. Карпы. Золотые рыбки. Камбала какая-то непонятная. О, ура. Первая рыба, первый лов. 6-7 миллионов. Замечательно. Чужой сад. Есть, есть. Что тут растет? Я хочу все. Что это? Отдайте. Забирай быстрее. Чего, он не дорос еще? Осень и весна. Почему ты его не можешь забрать? Это баг, это лаг, что происходит? Лягушек, ловим лягушек. Да что ж ты, ничего не цветет, ничего не растет. Грибы. Они осенью? Эх, досадно. Надо еще определиться, где будем спать. Наверное, в каком-нибудь... О, класс, еще копать можно. Так, это мы сюда не смотрим, я знаю, к чему это приведет. Лягушки. Опять ничего подобрать нельзя. А, почему так? Я бы могла продать мебель и купить на нее этот. Еще что-то выкопать можно. Я бы купила, знаете, деньги мольберт и рисовала бы, просто сидела. Пассивный досадок, да, доход точнее. О, чел, здорово. Научи рыбачить. О, чел ужимается. Давай, лови бегу. Рыба слишком умная. Клетки, да, единственной клетки мозга нашей героини недостаточно. Хотя, наверное, из нас двоих единственная клетка мозга только у меня. 37 миллионов, замечательно. Побежали, давай бегом, бегом, бегом. Шевели колготками. У нас это... время ограничено? Наверное. О, соседи, у меня нет дома, зачем вы пришли? А он не ограничен по времени? Иначе замечательно. Просто спидран, собственно, для своих этих целей. Какой предел образа жизни? Теперь это новый образ жизни. Обожаю на 107 миллионов, ура! Что ты так медленно прогуливаешься до нужного тебе места? Ты до этого бежала спокойно. Скоро спортивной станешь. Кошмар. Так, это надо скрыть. Боже. Да, может, в другой раз. Не стоит со мной. 10 миллионов. Спасибо. Тихо. Старик Габи. Все продаем, все продаем. Нет, нет, это. А нафиг ты поливаешь? Ну ладно. Наверное, оно к лучшему. Да, привык быстро. Ты закончила? Какой телефон? Нам надо быстрее зарабатывать новые деньги.
Так, пойдем в цветущую Монголию. Я знаю, там рыба и лягушки. Может, там еще что-нибудь растет? Кто знает. Бегом-бегом искать лягушек. Еще где-то можно, я знаю. Я знаю. Так, и здесь. Боже. Лягушка, нет. Господи, где это все? Я же видела. Я играла. Ну, она там порыбачить, в принципе, может. Сама. Куда ты руки мыть пошла, иди рыбачь. А потом еще лягушек. Кто это? Яблоня. А, не сезон, не сезон. Птицы. Опа. Опа. Вот. Вот где моя золотая жила. Каток. Еще лягушка. Это опять яблоня. Useless. Useless. Можно порыться в мусорке. Там ничего нет. Давай, лови. Не поймала? Давай, бегом. Второй уровень. Зарабатывай. Да-да-да. Мне это очень нравится. Никого она не ловит. О. Здорово. Какие-то дешевки попадаются. О, нет, неизменные нужды тела. Ладно, хорошо, что тут цивилизация есть. А, первая рыба. Традичная. Стоит только же. Сколько первая? Ладно, ладно, хватит рыбачить, иди. Это не была рыба. Грустно. Интересно, я уже могу купить мольберт на такие деньги? Либо еще палатку, может, чтобы спать. Но, в принципе, можно спать и на полу, на скамеечках, в парке. Правда, на это уйдет больше времени, потому что они некомфортно, ей будет плохо спаться. Золотая рыбка. 70 миллионов, спасибо. Эмоциональная осознанность, красава. Уровень 3, она до сих пор не может нормальную рыбу поймать. Дети тут все устроили бардак. А, это общепит? Да. Что это? А, это северное сияние? Зачем оно тут? Ладно. Давай, корчевую рыбу. Боже. Давай, лови лягушек, пожалуйста. Че, лягушки умнее тебя? Так, можно подъесть за кем? Подъесть, пожалуйста. Я еще знаю такую тему, что некоторые персы... Нет! Боже. Ты довольна собой? Ты потратила 18 миллионов на это. И ты их бросила! Иди доедай свой грибной стейк, несчастная. Не надо разговаривать с людьми, не надо. Тебе не до этого, тебе надо делать деньги. О, велосипедисты. Камень копать. Хватит разговаривать, с кем попало.
Чё за симы тут? То от них не дождешься ответной реакции, то они сами пристают. Поела? Замечательно. Ладно. Можно это заберу? Мне нужен холодильник дома. Наверное, я смогу купить какой-нибудь дешевый. Фанатка? Кто пришел? Где тут звезды? Покажите. Ладно, здесь делать больше нечего, мы пошли домой. Правильно? Возможно, какой-нибудь переносной ходос можно сделать. Так, уличная. Ра-ра-ра. Замечательно. Что ж, раз уж тратится, то тратится конкретно. Чё, мне не хватает на мольберт? Где? Досадно. Хорошо. Хорошо. Даже на палатку денег не хватает. Собак. Гав. Они бесплатные. Вот, замечательно. Я так полагаю, в них можно делать и все. Экологически чистые зато. А, вот так, модные лучи. Как прекрасна моя однушка в центре Москвы. Было бы неплохо еще что-нибудь пассивно выращивать, но как бы... Ну как бы как. Костер из мусора. Ладно, пока обойдемся. Она в натуре спит. Так. Можно бы у холодильника купить. А, о, еще лучше. Я так полагаю, в мини-холодильник все равно можно что-то запихать. Открыть. Па-бам. Все. Замечательно. Только что мне делать-то? У меня ничего нет. А, рыбачить. Ты снова ешь? Зачем я сделаю тебя обжорой? О, снова можно копать. Копать, копать. Не спать, не спать. Косить, косить. Лягушки. Опять ничего не растет. Собрать весь урожай. У меня там барабашка ходит. Не смотрите. Грибы еще не растут. Хотя у них уже текстурка такая, что они как бы выросли. Но их еще собрать нельзя. Потому что они не выросли. 43 миллиона. Мне стоило пикать одиночку, потому что нам некогда разговаривать с другими А, 20. Я подумала 0. Такая беспонтовая рыба, что за нее не платят. О, капец, она пошла. Колокольчик. Ну, тоже неплохо. Не знаю, продаем, продаем все. Блин, нам же еще платить налоги. Все, рыба обиделась. 25, 72. О, еще что-то выросло. О, колокольчики. Жесть. Жесть. Все начало расти внезапно.
Оружие кончилось? Молодец. Я считаю, ты заслужила отдых. Оно протухло. Ты с собой довольна? А у наушники капельки. Жаль, их нельзя продать. Ты что-то едать собралась? Я ее недооценила. Можно пойти в качалочку, там бесплатно душ принять. Почему она в фате? Пошли, подруга. Вот тут чистые полы. Прикольно. Я никогда не ходила за Симов в эти спортзалы, поэтому я не знаю, что тут так оказывается красиво. Где мусорка? Ничего нет. Орехи Тахиура. Ты чё на неё напала? Что? Триумф в споре. Молодец, победила. Подебила. Жёсткий отруб. Всё, проснулись, пошли домой. Повышение. О, самая дешевая палатка. На небо. Придется слегка потратиться на ресурсы. А, это лошадка и собака. Ладно, продадим чуть дешевле, ничего страшного. Что это? Меня троллят. Игра меня троллит. Какие они крутые. Ой. Ой. Я не подумала об этом. Справлять-то ну что некуда. Я помню, раньше была такая тема в Симсе, наверное, третьем. Да, третьем. Что можно было делать небольшие, как это даже сказать, навесы. Да, прямо строить комнату из навесов, чтобы туда типа ничего не капало. Но при этом у меня не было дополнения на погоду, поэтому это не имело никакой роли. Но я все равно это делала. Так вот. Нет, ей нравится садоводство. Она без ума от него. Так. О, велик, украсть, 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 украсть. Надо было ее клептоманию выбрать. Серьезно, надо было красивее. Самая дешевая дверь. Эх, что поделать. Вот она. Кухня, кабинет, спальня и туалет. Кстати, я же могу делать замечательно. Продолжаем рисовать.
Владиславус Штраус. Единственный собеседник. Спасибо за компанию. Я не представляю, как это можно. Это надо очень долго сидеть. Что ж, ура, знаменитость. Полагаю, это все, что я могу сейчас сделать. Если интересно, просите вторую серию. А я на этом с вами прощаюсь. Пока.